Вот сегодня у нас 29 июня 2017 года. Не трожь. Вчера мы тут начали гору освобождать, чтобы вот это. Ну тут метра 4, наверное, уже высота. Ну 3, во всяком случае, больше. Роман попилил. Сейчас утром до завтрака дети выносят. Положи ее, тут я заберу ее к себе. Ну, пожалуйста, тут Никита с Володей обрабатывает. Вон туда отнеси, где я кладу, туда ко мне. Не рубли здесь. Еще раз говорю, тут и провод, и все, положи на что-то. Размахнулся, рубанул прямо под камни, какие лежат. Готовое дело. Я тащил, тащил. Одним махом. Топора нету. И сразу тупиковые глаза. И что я могу сделать? Ничего нельзя. Так. Давайте себе нигде не... Вот, пожалуйста, плечо грязное. Взял за плечо. Вот он и... Все по одинаково. Не понимаю, чисто, грязно. Вчера только постирали, рукава распустил, как рукавицами, начал брать мусор. Вот он идет. Возьми его, говорит. Смотри, сколько здесь. Бери. Бери сразу две хотя бы. Хотя бы две. Это не надо, это я беру. Вон дальше лежит. Вы смотрите, еще по силам будет. Эти как. Рядом роща березовая, березовая, и солнце восходит. Уже взошло. Скоро 7 часов. Вот здесь были когда-то сады, смородины первый год у матушки. Сейчас ничего этого нет, все заросло и не до этого. Вот посмотрю. Забираю. Вот видишь, с полу собирает. К себе прижми, сбоку, кверху не поднимай. Дети вообще ничего не знают. Все. И вот они берут детские лагеря. И чему они там научат? Да ничему. Бездельничать. Вот считай, какие кучи вчера мы натаскали. А сегодня тут из Канады Егор Королев поставлен старшим. И он ветки эти складывает. Новые кучи попросили начать. Вон какие. Потом вывозить это все будем. На костер. Видишь как? Там домик. Роман машину ремонтирует, не знаю, делает или нет. А это вот первый дом, который в Потеряевке был. Там что-то у матушки. Одеяла гниют. Добра много. Не обихожено все. Так, броском. И заросшая вся усадьба. Никто не живет. То есть, видно, кирпич привозил. Вот эти деревья никто не садил. Была загородка там, или стекло загораживали, и выросли деревья. А наверху это два столбушка поставили, рынду. Ты почему так мало несешь? Ты маленько, ты гляди. Чего ты несешь? Один прутик. Ты набирай так, чтобы было видно. Ну, смотри, несет Илюша. Хотя бы два прутика. Что, ребенок, ему тяжело разнести это? Нет. Надо, чтобы все пальчики шевелились. Руки, ноги. У них аппетит хороший тогда. Вот мы здесь. Это Иосиф строил. Конфликт был. Пришлось этот домик перекупить. И сейчас здесь живет Чернова Наталья со своим сыном. Наверное, рез у него. И стараются помочь отдельно. Это так хорошо нужно. Там все обихожено. И топить, и электричество. Все тут есть. А Егор там ждет. Начальник. Он укладывает куда нужно. Вот мы показываем. Это в Потеряевке находится. И те, которые ничего не делают, паразиты. Они сразу, ой, детей заставляют работать, эксплуатация, то есть никакие. Их по-другому никак не назовешь, как паразиты. Воры. И потом депутаты пойдет, он воровать будет. Назначать ему будут пенсию в 53 тысячи. Грабеж.
А вот научили их работать-то, каждый может взять хотя бы несколько человек, какой-то участок обрабатывать, кормить себя. Национальной безопасности государства вообще нету. Прихлопнули за границей, и все, и зубы потекли. Вон они где, бери дальше. Проходи. Угу. Вчера ты самую главную тоже беду вытащил. Вот какие пни лежат. Тут его не поднять, ничего нет. Перепилить надо. Складывай где-то отдельно, я сейчас буду таскать. Это в бане был котел, первая баня. Я его, баню эту строил, а Иосиф ее убрал, она уже старенькая была. И вот такой домик на бетонных основаниях. Вот такие поставил. Вот оно где. Вот Илюша, он ко всякому делу уже приспосабливается. Работал со мной. Столики эти делали для мытья. Все. Вот она, эта гора, с этой стороны смотреть. Сюда надо. Вот я выступал с этого помоста. Ну как пародийная вроде. Вот он идет, играет ими. Пожалуйста. А вот увидит какой-нибудь там бездельник, в игры эти компьютерные, мозги проигравшие, и начинает вопить гадости всякие, говорит. А кто он? Да он никто, он отживший. У них жизни нет. Вот это жизнь настоящая. Днем искупаются в озере, выслушают наставления, занятия идут. Чего бы ради из Канады такую даль летели сюда? Да у нас откуда только не было. Приезжали с Израиля, сейчас не знаю, с Бразилии, с Аргентины, Франции, Германии. Я уж не говорю ближайшее тут, ближнее зарубежье. Вот вчера сколько мы тут набили. Это все надо сейчас машину просить. И машины две тут. Что-то испилим такое. Не скучно тебе, Тарасе? Нет. Подраться не с кем.